Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Lexus CT200H. Решил скататься, сделать химчистку, но химчистку показывать не буду, а покажу, как делают обработку дымом и медицинскую обработку антибактериальными средствами. Вся эта услуга по обработке дымом и медицинскими препаратами получается 2500 рублей. Если ребята дадут свои контакты, выложу их в комментарии, и после обработки скажу, какой будет результат. Не нравится запах в автомобиле. Каждый хозяин в своем автомобиле оставляет свой запах. Как бы это ни хотелось, все мы имеем свои запахи. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. В данном автомобиле мне запах не нравится, поэтому еду на обработку. Ну вот, ребята, химчистку сделали. Вот такое состояние ковриков, пока в багажнике лежат, состояние самого покрытия в багажнике. Ну, здесь, понятно, полностью химчистку сделали. Везде, где можно было подлазить, везде все вычистили. Также полка полностью вычищена в салоне. Состояние нового автомобиля. Освещение хорошее. Сиденье пока еще влажное. Вот так обивка смотрится. И сейчас устанавливают как раз обработку химическую, чтобы запаха не было. Вот такой красивый автомобиль получается. Все ссылки на ребят я выложу в комментариях. Все-таки химчистка, она есть химчистка. Это не сам чистишь. Оборудование хорошее. И вот по коврикам все. Конечно, вид шикарный. А это вот оборудование дым сейчас закрою, что-нибудь поделаю, и полностью обрабатывается салон. Сейчас салон полностью дымом затянет, да? Нет, не будет так, что аж дыму станет. Я думал сейчас снять, показать, как это все. Сильно не будет. А ну с аппарата, это не дым, это пар. Если не отсвечивают, если видно, вот по полу вот так вот стелится, и через систему полностью, через все воздуховоды все это протягивает. Вот занимаются ребята такой чисткой, дезинфекцией. Еще медицинские препараты будут, да? Когда еще медицинские будут, тоже включу, покажу. Занимаются перетяжкой салона, панелей, кар дверных, рулей. Вот стоит Subaru, полностью разобранный салон, делают шумоизоляцию и делают перетяжку салона. Также шумка двери вот у Subaru сделана. Пол тоже новый, да? Нет, пол от химчистили. А, новое полностью сиденье, обшивка, боковая, пластик, потолок. Все. Потолок, ремни. Багажник тоже полностью перетянут. А, вы ремни, да, сделали, да, кастомные. Да, но совсем другой автомобиль получается. Полностью новый. А пол тоже проклеивали, потолок проклеивали, потолок, да? Пол проклеен, все.
А сколько такое обходится, допустим, просто проклеить? Ну, надо считать конкретно каждый. Ну, вот, по Subaru ориентировочно. Это моя машина, я управляющий. А, ясно. Хороший подарок себе. Любимому, да. Цветушки, это тоже все свежее, новое. Алькантара? Да. Вот это полностью. А как форму придаете? Так он с формой был. Нет, просто поверх натянули. Это перетягивается. Проклеивается, да? Термо или так оно? Ну там клей специальный на он с термо. Это покрашенный пластик. Акоприм? Нет? Нет, это красный. Крашеный? Это крашеный. Малярам возили. Я акоприм не признаю, потому что пластик должен быть крутым. Тогда да. Недешево это удовольствие получается по итогу. Даже мне, поверьте, очень недешево. Подожди, пока не идут. Вот ребята Land Rover полностью спорта проклеили. Здесь, правда, сейчас не видно, уже собрана СТПшка. Все двери изнутри только вот потолок подцепили. В салоне все разобрали. Теперь надо будет все им собрать. Вон, видно. Сколько поролона и внутри металл тоже приклеенный. Это вот. Здесь аккумулятор, здесь нечего клеить. Ну да. Ну у него хоть у спорта аккумулятор нормально спрятали, подлезть можно. И такие автомобили тоже шумкой заделывают. Под педалями тоже еще не собрано, видно, заклеено. Автомобиль и так по себе не шумный, а после таких работ будет еще тише. Любого уровня автомобиля делают. Да. Так что обращайтесь, ссылки в комментарии будут. Все, вот так еще затуманенный, дымом. Обработку завершили. Сколько? Минут 15, наверное, да? Ну, 10-15 минут где-то обработка шла. Сейчас закажу фильтра, в том числе салоны, заменю, и уже запаха не будет. Ну, дым выйдет, еще салон будет видно четче. Два шланга, теперь все закрываю. Медицинскими препаратами теперь обработают салон. Все, прошло у нас ионизация. Сейчас забираю, выезжаю и уже на дороге сниму, расскажу, как мне в салоне. Что хочу сказать? Забрал автомобиль, выехал, еду. Запах в салоне, такое впечатление, что после грозы. Приятный запах теперь, нету вот этого неприятного ощущения. То ли животное было в автомобиле, то ли человек так его запустил, не чистил, не знаю. Но сейчас очень приятно держать, даже тот же руль, все чисто. Я все равно, как бы я ни старался отмывать, я так отмыть не могу, как где-то делает химчистка. Ребята чистили все. По времени ушло. Я пригнал 9:30. Сейчас время 6 часов вечера.
Вот столько времени ушло, 8 часов на химчистку, на мойку, на полировку. Единственное, сижу сейчас на пакете. Салон, говорит, до завтра просохнет. Он не мокрый, он влажноватый. Ну все, выехал в чистом автомобиле. Сейчас приеду домой, сниму контакты. Кто в Краснодаре, могут обращаться. Они делают не только химчистку, мойку, обеззараживание. Также шумоизоляцию делают, перетяжку салона, выхлоп делают, в том числе и управляемый. Свет регулируют и кузовные работы. Двигателя, ходовую, трансмиссию, этого ничего не делается. Ладно, еду домой. Вот адрес мастерской, где мне сделали чистку. Город Краснодар, улица Гаврилова, 26. Ну и телефоны городские 215-77-88 и 215-77-99. В принципе, здесь у них описан практически весь спектр работ, которых они выполняют. На этом все. Всего вам доброго!